Всем привет! Еду на загрузку. В Германии буду грузить две машины. Сейчас покажу вам. Так, так. Так, грузим машинки. Этот адрес. Чик-чик-чик. Две машины в Германии загружаю и 6 машин в Голландии. И все везу на Чехию. В Прагу. Вот. Сейчас покажу, какие машины будут. Так, будет вот две Opel, два Opel Astra, Golf Volkswagen, Mercedes C-шка, две Volvo, 40-ка, 60-ка, Citroёn C5 и Mercedes. Еще одна C-шка. Вот. Такие вот дела, что еду грузиться. Перейду на место, потом покажу вам, где загрузка, какие машины, погрузочный лист, как выглядит. В общем, что вот заехал на территорию загрузки. Кстати, территория, по-моему, бывшая натовская база. Ракета, интересно, в какую сторону нацелена. Вот. Я уже здесь грузился один раз, так что навигатор, кстати, плохо ведет. Здесь показывает, что типа нужно налево, а здесь нет проезда. Верните налево. Нужно по кругу объезжать через аэропорт. Здесь, кстати, на территории еще и аэропорт есть. Но так по месту сориентируюсь. Поверните направо. И сразу поверните направо. Не вспомню, через с какой стороны там заезжать. Поверните налево. Погодка плюс 9. Прямо граница Голландии, недалеко от Голландии. Там может километров каких 10 даже, наверное, нет. Так, тут налево. Верните налево. А может и не тут, а может и не тут. Нет, вроде не тут. Надо чуть дальше. Может быть, здесь есть проезд, но я заезжал с другой стороны. Через второй заезд налево. Через 400 метров поверните налево. Вот, да, как он еще указывает. Так лучше и поеду, потому что мало ли не там выйду потом. Был здесь еще, блин, не знаю, по-моему, был снег тогда еще, да? Так, вот здесь налево. Верните налево. Никого нет. Кстати, сзади сейчас зеркало покажу. Самолет стоит. Казармы, склады, то есть так, военная часть. Ну, мне сказали, что типа это бывшая натовская база, когда я был на загрузке. Через 300 метров попадете к целевому пункту. А, ну да, хотя вот можно было здесь, да, сократить, я бы здесь выехал бы. Ну, ладно, ничего. Направо, за шлагбаумом, направо. Сейчас подъедем ближе, должен сработать без проблем все. Да, отлично. Так, здесь направо. Сейчас заеду и опять направо встану в елочку, заполню ЦМР,
И уже с СМР-кой пойду тогда, подам документы, какие нужны мне. Какие машины получу, погрузочные, где они стоят. Странно, площадка внизу. Опа, так, да. Надеюсь, тут ничего не поменялось. Ну, было, по крайней мере, так. Ну да, вот здесь, на этой площадке я и стоял. Сейчас доеду, брошу машину. У меня есть всего две машины грузить, так что... О, какие у них-то машинки есть интересные. Так, ну что, в общем, сходил, отдал документы. Мне уже пригнали две машины. Вот два Опеля, две Астры. Я их буду ставить наверх. Не две длинные, высокие. Я их поставлю наверх. Одну передом, вторую задом. Я уже осмотрел их по-быстренькому так. Насчет дефектов. Всех нюансиков. Посмотрим, кстати, комплектацию. Так, есть даже рельнги. Должны быть еще. Так, да, компрессор есть. Знак. Отлично. Комплект более-менее какой-то есть. Ну что, тогда сейчас разложу установку и начнем грузить. Так, ну что, все, переднее колесо увязано, машина на месте стоит. Отлично, можно готовить вторую для погрузки. Вторая будет уже задом, загоню задом и провалю ее вот в эти две ловушки. В ямы, ловушки, кому как больше нравится называют. Все, загрузил две машины, еду дальше на следующую загрузку. Машины закреплены, в общем, есть одна ошибочка, да, короче, получается, вот здесь поставил ремень и упор, и здесь ремень. Ну, ничего страшного, как бы, в этом нет, потому что первую машину вообще можно, по сути, грузить только один упор спереди и сзади два упора и ремень, а я поставил сюда еще как и ремень, так что нормально. Супер. Ну что, я выехал. И до следующей загрузки мне 182 километра. Показывает навигация, что буду в 16.07 приблизительно. Ну, отлично, потому что сегодня работает до 5 загрузка. И все, начинаются выходные у них, у голландцев. Так что, надеюсь, я успею хотя бы заехать, забрать документы, как бы загрузиться. Думаю, уже не проблема будет. А именно все с документами вопросы вот по-быстрому порешать было бы отлично. 200 метров, поверните налево. Что, поехали, поехали. Итак,
Мне выдали конверты с ключами и документами на машины. И вот теперь выбираю. И времени у меня как бы нет особо много, потому что закрывается. Вот. И, короче, нужно срочно грузить. Но я сначала выгоню машину на улицу, где-то оставлю здесь вот рядом на территории, и тогда уже потом загружу. Сначала надо хотя бы просто выгнать машины. Так, начнем, возьмем. Ну так, короче, это пятый первый будет. Одну машину вам покажу, как все выгоняю, потому что, ну, реально, как бы, время особо нет и снимать, и все делать одновременно. Но все про все сказали, типа, в 6 закрываемся уже. Ой, в 6, в 5, типа. Ну, типа, 20 минут осталось на все про все. Сейчас подровняюсь, подъеду-ка. Не знаю, как это называется, куда вводишь, в общем, пин-код, типа, на выезд. Ну, к шлагбауму. Так, там, сейчас скажу, а мой пин-код, 15-10-71, решетка, 15-10-71, решетка, супер, сработано. Так, давайте где-нибудь, не знаю, вдоль дороги сейчас буду бросать, да и все, потому что, ну, некогда мне... Все окей. Побежали дальше. Так. Берем следующий М16. Ну, в общем, в таком же плане двигаюсь. Как что-то немножко загружу. Еще что-нибудь подсниму. Ну что, все? Автовоз загружен. В общем, был просто офигеть какой сильный дождь. Пришлось грузить в дождь, потому что осталось 2 часа общего. А нужно выехать с Голландии и куда-то в Германию на Втахов заскочить. Вот. 8 машин загрузил. Сейчас покажу, как загрузил. В общем, так, пару минуточек. 2 козления использовал. Здесь. И вот здесь. На тягаче и на прицепе. Вот такая общая картина. Наверху поставил Вольву. 60-ку, Мерседешка, 2 Опеля увидели уже, Гольф, 40-ка Вольво, C5 и еще один Мерс. Ну, в общем, в принципе, ничего сложного. Вот как бы расстояние, как и учили, почти на кулак. Так что, вроде бы, все нормально. Можно ехать смело. Высоту мерил 4.05, но я еще чуть-чуть Опеля назад оттянул. Вот видите, как это прикольно так вышло, бампер и багажник. Так, совпало хорошо. Я его назад оттянул, я думаю, так что здесь будет 4 высота, там, ну, 4.3, ничего страшного. Вот. Ну и здесь высоты вообще не можно, ну, блин, нет. Тут как ни старайся, высоту не получишь. Может быть, где-то 3.70. Вот. Так что все, едем выгружаться. Выгрузка будет в понедельник. Скорее всего, даже может быть и вторник, потому что ехать около 1000 километров. Сегодня чуть-чуть проеду. И все большие выходные начинаются. Праздники. Вот так вот. Всем удачи.